Теплые беспроводные стельки – новый гаджет для любителей поудить рыбу зимой. Варианты стелек с подогревом были и до этого, но только проводные. Кабель нужно пропускать через элементы одежды, закреплять на поясе – это масса неудобств. Преимущество беспроводных стелек – радиоуправление. В комплекте маленький пульт, с помощью которого можно включать подогрев и регулировать температуру. Есть два режима – 38 градусов и 44. По словам Олега Баландина, увлекающегося рыбалкой, зарядки аккумулятора стелек хватает на 4 часа. То есть как раз когда морозы, это обычно день короткий, утром выехал, ну, через час чувствуешь ноги, если чуть подмерзли, включил. Но это не обязательно для рыбалки, охотники сидят в засидке везде. Ну, то есть ноги замерзли, вот когда человек не движется, вот ходит, когда движется, оно само, конечно, греется. В магазинах беспроводные стельки появились недавно. Подгоняются под любой размер от 35 до 45. При необходимости можно подрезать края. Аккумулятор при ходьбе не мешает, он плоский и находится в области пяток. А зарядить его можно за пару часов с помощью блока питания, который идет в комплекте. Теплые беспроводные стельки предназначены не только для зимней рыбалки. Они удобны и любителям зимнего спорта. Ведь включить тепло, как и отключить, можно в любую минуту с помощью брелока.